И какого хера это было? Позвольте спросить. Где само копье? Ага, вот оно. Надо полагать, что оно теперь с нами как-то непосредственно связано, да? Всем привет, меня зовут Артур. И мы продолжаем искать Улюта. Как это работает? Ну, примерно так же, как оно и работало и всегда, короче. Легенды не врали, с Гарпуром он мог преодолеть пространство и время. Легенды ждали именно нас, судя по всему, да? А, но чтобы направиться в сторону Гарпуна, я должен именно в нее идти. Понятно. Сейчас бы еще научиться им сражаться, было бы вообще прекрасно. Короче, я, с вашего позволения, игрушку переиграл, потому что в тот день, когда я хотел... Ага, понимаю, хорошо. Потому что в тот день, когда я хотел пройти ее полностью, в итоге у меня это не получилось, потому что я пошел монтировать вам серию, было поздно, я ушел спать. И в итоге, с того момента прошло уже сколько, неделя, наверное, уже столько всего произошло. Короче, я уже просто банально за... Ага, я понимаю хорошо, как это работает. Обратите внимание, вот там целая тонна глазиков. Эти глазики, это, скорее всего, корни вот этих глазиков. Поэтому везде, где торчат такие глазки, возможно, в это место можно прицепиться. Хорошо. С копьем нам открывается куча теперь мест, куда можно было бы сходить. И, кстати, то, что мы с вами Опа. То, что мы с вами переиграли, это очень даже и неплохо. Слушай, а как это? Ну, короче, вот там доказательство. Доказательство того, что мы непосредственно связаны с этим копьем, потому что теперь все, чего оно касается, по сути, переносится нам. Хотя, возможно, это просто... был момент дешевизны игры, то есть тут, по сути, я должен был нанизать бутылочку на копье, наверное, да, и перетянуть к себе. Но я буду считать, что оно просто тупо с нами связано, это как-то поприкольней. Ага. Так, тоже можно... А, ну подожди. Или мне показалось? Не, мне показалось, я просто по ней... Очень сильно ударил. Ладно, хорошо. А корни, кстати, не у глазков. Корни вот у этой хрени какие-то. Ну, допустим. Сейчас открывается целая тонна мест, куда можно было бы сходить. Вот даже вот эта бухта. Может ли Гарпун Фарадею найти его товарищей? Впервые, после крушения, он почувствовал проблеск надежды. Ну, хрен его знает, поможет ли или нет. Но одно я теперь знаю наверняка. Здесь спали три... Выяснить бы еще, что вот это вот играет такое здесь. Здесь есть два места, в которых играет такая музычка. Это вот здесь и в начале этой бухты, кажется. Мы сейчас, когда будем идти назад... А, вон оно! Вижу! Только я взять не могу, но прямо за водопадом, смотри. Получается, чтобы взять эту шкатулочку, это я должен непосредственно к ней подойти. То есть гарпуном ее так не взять. Ладно, хорошо, допустим... Я удивлен, что наверху ни черта нету. Вот просто ни черта. Так, вот три охотника, которые спали, пока гарпун никто не трогал. Есть мнение, что они сейчас пробудятся?
во что-то таки треснулось. Они пробудятся и будут на меня охотиться, да? Может, это нам памятник воздвиг. Но пока они, пока смотри, пока спят. Обратите внимание, что у них на голове у каждого какой-то чепчик. Ну, имеется в виду какая-то шляпа. Я знаю, что здесь будет шляпник, и вся сила будет концентрироваться в шляпах. Мне кажется, что это... Что это какая-то отсылка, возможно, на шляпника из Лопатного. Не? А, все не так просто, как я думал. Я думал, что мы с вами сейчас будем... Точнее, все проще, чем я думал. Это... Я думал, что мы сейчас будем с вами возвращаться назад к... Этому самому, но, видимо, нет. Итак, мы заполучили легендарный гарпун, и теперь нам предстоит исследовать земли Террафагоса. Найдете ли вы дорогу домой? Я планирую это сделать, Фардей, прям сегодня. Отпуск, все дела, игрушку мы с вами переиграли, вспомнили, что к чему. И я планирую не отлипать сегодня ровно до тех пор, пока мы с вами ее не добьем. Тем более, что у меня для вас еще целая тонна всего, чего есть показывать. Когда вернетесь в добовый прибой, посмотрите, как далеко вы продвинулись и как выросли ряды выживших. К делу выживших присоединился А, вот этот, которого мы спасли, это и был шляпник. Хорошо, он поможет нам изготовить могущественные шляпы для дальнейших приключений. Стрелы, они острые и смертоносные, созданы в самом сердце владений клана гнилого дерева. Косточки человекоподобного существа в умелых руках... Теплящаяся в ней жизнь может превратиться в волшебные предметы. Я так понимаю, что будет какая-то своего рода алхимия. Мы сможем перемалывать кости в костную муку и как там что-то с этим делать. Мистическое ожерелье, клыки проклятые, которые отбросы Террафагоса часто носят вокруг шеи, наполнены злой волей. Черный порох, взрывчатый порошок, который можно использовать для изготовления патронов для ружья. Ни хрена себе, даже такое у нас будет. И перо, его завораживающий алый цвет, наполняет сердце отвагой и силой. Так, редкий ценный артефакт давно пришедшего в упадок королевства. Внутри него таится чистая энергия. Так, и два оружия, которые мы с вами получили. У нас будет еще, судя по всему, три. И еще непонятно, что еще. Хорошо, допустим. Еще и по дороге придется заключенных искать. Как интересно. Но эти заключенные, судя по всему, не являются нашими товарищами, да? Это кто-то другие. Короче, то, что мы с вами переиграли, дало нам еще чуть-чуть больше монет, потому что мы тогда закончили тот этап. У нас было 180 монеток, сейчас 200. Я не знаю, нахер они нужны, но, судя по всему, мы будем что-то делать с нашим крабом, да? И вот это вот местечко, вот этот вот домик, да, на краю, мы его заимели под свои нужды. Хорошо, допустим. Что-то поменялось здесь, да? Ага, смотри. Можно теперь свою деревушку здесь развивать. Со мной по-прежнему никто здесь не хочет разговаривать какого-то черта. О! Милорд, мы собрали ваши ресурсы. Мы все наконец-то можем прокормить наши семьи. Мы обязаны вам жизни, милорд. Стесняюсь спросить, здесь сейчас в деревушке сплошные мужчины. О каких семьях ты говоришь? Вы что, одни из этих, да? Так, короче, денежек у нас, в принципе, достаточно, давай по дороге... Нет, давай сначала изучим, что мы, в принципе, можем по дороге сделать, точнее, в деревушке. А потом уже будем... Так, да, туда 30 монет, сюда 30 монет. А это что такое?
Хер его знает, но здесь есть шкатулочка. Куда я сунул это вино? А, прощения просим. Тебе что-то есть, Фарадей? А еще ты меня разбудил. Я умею делать шляпы, которые дарут силу для опасных приключений. Все эти шляпы в чем-то особенные. Ага, я уже, честно говоря, напрягся и собирался драть задницы. Мы, кстати, еще выяснили, что мы, походу, играем нифига. А, это подписывается, какая конкретно шляпа что делает. Мы выяснили еще, что мы сами играем, походу, нифига не за Фарадея, а за Саски. И он пытается определенно вернуться в деревню. Так. Это нифига, по-моему, не шляпа даже, это какая-то маска. Гарпун получает способность вращаться, как дисковая пила, резать врагов на кусочки. Я предлагаю сейчас не зацикливаться на всех этих шляпах, сделаем ту, которую можем. Вот, например, это пюрышко, ожерелье и кустик. Кстати, я так понимаю, стоит всего 15 минут. Великолепно. Так, желтая шкала, время будет, чтобы использовать... А, вот оно, что это такое. Допустим... Магические перья, рубящие врагов на части. Как это будет работать? Получается, что я могу делать рывок. А это будет работать, например, на ударах? Я могу как-то потренироваться, может быть? Так, где-то здесь еще у нас шкатулочка, судя по всему. А здесь, ага. Херово то, что я не могу почитать от предметов вообще ничего здесь, понимаете? То есть, единственный момент, когда мне дали это сделать, это когда мы закончили ту миссию, и все. Блин, шляпник, какого хрена? Нахрена тебе яд в этих самых в ящиках хранить здесь? Я все еще лелею надежду на то, что где-то в стенках будет секретик. Так, а что нам вообще надо? Зеленое перо. О, смотри, вот это очень легко сделать. Здесь нужны только косточки и ожерелье. А, причем обычные вот эти вот херовые. Так, вытягивайте жизненную силу ваших врагов. О, круто. Но учитывая, что нас не так уж и сильно бьют, оно не очень-то нужно, но довольно круто. Здесь нужна какая-то маска или что-то такое, хрен его знает. Так, эти вещи мы даже еще не находили. Когти. Понятно. О, а это получается, я могу перо, которое в нашей сейчас нынешней шляпе, использовать сюда, или у меня их просто два? Наверное, у меня их просто два. Ладно, хорошо. Я так смотрю, что денег у нас, в принципе, хватит сейчас на все. Поэтому давай сразу вливать, вот, допустим, сюда. Исследователь поддерживает бравого моряка в его приключениях, чтобы получить награду предметы, которые он вернется в дубовый прибой. Так, значит, что получается? Ну-ка. Я его отправляю на исследование, а он мне привозит припасы потом, да? Как часто это будет происходить? Не знаю, но возможно. Так, я покушаю. С вашего позволения, спасибо. Возможно, это будет работать примерно так. То есть каждый раз, чтобы его отправить куда-то, будет стоить все дороже и дороже. Ну и артефакт он будет привозить все более крутые. А может быть, в зависимости от карты. Так, это у нас... Алхимия. Пройдуха может повысить наше максимальное здоровье, но не бесплатно. Супер вообще. Слушай, а ты в курсе, что ты довольно опасное существо? Заинил себе. Я предлагаю сейчас сюда все монетки влить. Вообще идеально. Почти что в ноль ушли. Так, я понял. Я так думаю, что исследователь вернется только в тот момент, когда мы сами вернемся из похода, да?
Хорошо, хорошо. Мы подарили людям толику надежды, но это только начало, лишь проблески грядущей зари. Дело говоришь. Но вот что я думаю, старик. Почему мне кажется, что мы в итоге здесь и останемся? Это, короче, выглядит так, как будто так, мы были здесь. Мы можем сюда вернуться, потому что мы там недоисследовали много чего, но... Ну как много чего? Там всего несколько моментов было, и оба они ведут к шкатулкам. Я этого делать сейчас не буду. Кстати, обратите внимание, на кого вот эта вот херня похожа, видите? Эта скала похожа на того, кто был на тех фотографиях. Мы сейчас туда возвращаться не будем, потому что в одно место попасть мы, по идее, сможем за шкатулочкой, а в другое не можем. Поэтому зачем туда лезть только за одной вещью? Вернемся туда, когда уже сможем полностью туда там все исследовать. Поэтому сейчас наш путь лежит в темные врата, где мы уже тоже бывали и выяснили, что нам нужно... Выяснили, что нам нужно три ключа. Шляпа с красными перьями, сделать рывок, чтобы выпустить из шляпы перья, рубящие врагов на части. Супер! Это, короче, как в Лопатном рыцаре было, вот эти доспехи. Некоторые из них были полезные, но там буквально один, другие были чисто косметические, бесполезные. Тут то же самое, судя по всему, да? Если я правильно понимаю, то каждое наше приключение начинается с того, что мы сами заходим в тьму, которая зовет нас. Кстати, мне говорили, что паромщик очень весело реагирует на звук гонга, когда, точнее, на звук рога, когда он рядом. А ну-ка. Так мы делали, а давай поделаем так чаще. Ух ты, ёлки! Я получил достижение, сейчас как кину. А ну еще раз. А, зараза, посмотри, он мне даже урон нанес. А что если будет, если он меня убьет, интересно? А ну. Да, урон наносит, ты прикинь. Ладно. Я все равно потом попробую, наверное. Слушай, нет, давай сейчас посмотрим, что будет, если он нас убьет. Главного героя, а ну. Он уже начинает промахиваться, смотри. У меня, кстати, здоровье, смотри, оно пополняется. Сейчас вот сложнее всего сделать так, чтобы он меня убил. Но это возможно, надо просто дуть чаще. Чтобы она не успевала пополняться, а он успевал кидать. Ну давай. Убей меня, мне же интересно. Прикинь, убьет, короче, надежду всего... Острова загубит? Чё он потом будет делать? Ну давай, старик, ты уже промахиваешься, я вижу. Но ты сможешь. Я верю в тебя. Есть какой-то минимум здоровья, который всегда регенерируется. Я так понимаю. О! Собака, он загрузился. Паромщик загрузился на момент, когда не убил меня. Так неинтересно. Я думал, что я получу еще какое-нибудь достижение за то, что я выбесил его. Ах, ладно. Ладно, что ты мне на эксперименты потянула? Наверное, от хорошего настроения. Хорошо. Так, там мы были. Давай заберем пару косточек еще. Тут косточки, получается, можно достать рандомно. Ну и чай, наушники и погнали. У нас все наши приключения начинаются с момента, когда мы доезжаем до острова и заходим в тьму, которая нас призывает. Я думаю, что мы здесь должны, знаете, с кем встретиться? Скорее всего, с тем, которого видели в демке. С тем самым боссом.
Я, кстати, а это что такое? Это скамеечка? На ней, нет, на ней нельзя посидеть. Это, наверное, был даже не скамеечка, это был столик, скорее всего. Клан гнилого дерева. Просто взяли и выбросили меня как мусор. Но мы были здесь, помните? В демке мы здесь были. Но в прошлый раз я подумал, что вот это все зомби. Но теперь я понимаю, что это все просто пленники. Их мучают, доводят до изнеможения, а потом превращают в то, что мы видим. И скорее всего, они потом и превращаются в приспешников клана гнилого древа. Либо в этих блобов, я не знаю. Потерянные ютились во тьме, ожидая своей кончины. О боже, я думал, что они ко мне тянули свои руки, чтобы съесть мой мозг тогда. Но Фарадей чувствовал зов гарпуна. А оказывается, что они тянули к нам свои руки. Есть идея. Очень кровожадная идея. Тянули свои руки в надежде. Гарпун был близко. Да! Именно на это я и рассчитывал. И Фарадей призвал его. Но видите, гарпун, получается, выбирает не любого. То есть он сейчас привязан к нам. Возможно, каждый, кто туда приходил, точно так же был проколот им, как и мы. Но при этом человека убивало. Мы же являемся особенным кем-то. Ага, то есть не просто, даже когда я делаю рыву гарпуном. Мы же являемся кем-то особенным, получается, и гарпун... нас выбрал. А значит, моя теория насчет тех трех стражников имеет место быть, что они будут нас просто проверять, действительно ли мы достойны гарпуна. Если гарпун нас выбрал, то они должны понять почему. Наверное, так, да? Хер его знает. Но даже с гарпуном в руках, возможно ли выбраться из такого подземелья? Я, кстати, научился сражаться. Тут, возможно, не нужно. А, у нас теперь обычная атака идет гарпуном. О, да! У нас теперь обычная атака идет гарпуном. Второстепенная это этот. Это мы кидаем. Ясно, то есть мы теперь не бьем кулаком. Мы теперь бьем исключительно гарпуном. Короче, суть сражения заключается в том, что не нужно закликивать кнопки. Так, вниз падать, я уверен, не имеет смысла. Хочется попасть между колышек, вдруг там что-то кто-то спрятал, но я думаю, что нет. Суть сражения заключается не в том, чтобы закликивать кнопочку, а в том, чтобы размеренно... О, да, чтобы размеренно проводить удары. Дело в том, что мы наносим 3 удара. Там что-то есть. Наносим 3 удара. На четвертый он делает сильную атаку в зависимости от выбранного оружия. И нам надо просто в этот момент понять, чем именно мы хотим сделать добивание. Вот и все. А, просто секрет. О боже, это мы по трупам лезем, я только сейчас понял. Я так понимаю, что за сборку от всех коллектаблов мы ничего не получим. Это просто какое-то достижение будет, да? Ничего такого. К сожалению. Можно ли как-то использовать вот эту штуку? Может быть, как-то пнуть в кого-то? А то постоянно ее разбивать как-то мне не очень нравится. Вот, видите? Вот так и надо сражаться. Так, а ну давай.
Раз игра хочет, чтобы я сюда упал. Охренеть. Я в шоке. И много здесь такого еще будет, мне интересно знать. Это я упал? Прямиком. Прямиком ему накопил, что ли? Обалдеть. Хотя, если честно, дали достижение такое, как будто бы я упал не на копье, а на шипы. Самое неинтересное здесь сражаться именно с одним противником. Тихо. Великолепно. Потому что здесь как раз заточено на то, чтобы сражаться с небольшой ордой. Иначе просто в комбинациях нет смысла. Я могу здесь? Нет, не могу. Может быть... Это я могу прям из этой локации вылететь аж туда? Хм. Мне вот интересно, я могу копье к себе сейчас притянуть, да? Либо я могу сделать вот так? Это можно будет, я думаю, как-то использовать в дальнейшем. Можно, кстати, при желании еще попробовать фармить денежку. То есть, перезаходить на локацию. Я из кого-то, кажется... Я из кого-то золото выдавил. Можно перезаходить на локацию, она перезапустится, и снова все ящички будут на месте, тем самым получая монетки. Сейчас я хочу попробовать, кстати, использовать... Вот это да! Ага, это было своего рода испытание. Опустим. Иди! Нет! Ч-ч-ч. Я не хотел, прости. Надо их попытаться сюда как-то вызволить. Если получится сюда выбраться и надрать задницу хозяина этого места, то можно будет всех отсюда забрать на наш остров. И вообще, потом в итоге что получается? Он... Так, надо не забыть мысль. Я слышал лязг оружия. Это были вы, милорд? Я думал, вы погибли, когда волны поглотили корабль. Милорд, за что они нас ненавидят? А, да, я украл стражника ключ. Наши товарищи, милорд, в некоторых еще теплится жизнь. Их держат в клетках, как рабов. Он, видимо, был одним из наших офицеров. Но с помощью этого ключа мы сможем тогда вызволить остальных. Будет обидно, если мы будем вызволять только особенных людей, да? В итоге, я не удивлюсь, если будет примерно следующее развитие событий. Мы пытаемся выбраться отсюда, чтобы добраться домой из Терафагоса, к нашим подданным. Он о них вспоминает с теплом в душе, но в итоге он не может бросить и тех, кто находится здесь.
не сможет бросить, потому что сейчас он... Вода была отвратительная и отдавала землей. Но после запаха разлагающейся плоти ее вкус неплох. Фарадей все еще чувствовал трещущую здесь смерть, словно въевшуюся в камень. Так, вот мы здесь построим новое небольшое поселение. Поведем за собой народ, который вызволим отсюда. И потом уже и всех отсюда надо будет перенести... Что это там такое? Там этот? Там секретик. Великолепно. Нам всех отсюда надо будет потом перевести на в нашу столицу. Либо наоборот, всех оттуда сюда перевести. Потому что там у людей, помните, была проблема с пропитанием. Собственно, что такое? Собственно, именно по этой причине Фарадей уехал. Да, я это припоминаю. Смотри, статуя. Та же самая статуя того же самого лица, которое мы видели с вами на фотографии. Я думаю, что все беды, в том числе и разлагающаяся цивилизация, бывшая цивилизация, она была поглощена только одним засранцем, который сюда пришел. Да, червяк, я слышу гром барабанов войны. Я слышу, как увядает мир. А я слышу тщетные стенания тысяч моих детей. Гарпун здесь. Я видел этот день и раньше. Я уже знаю эту историю про капитана без корабля. Кто ты, глупец? В поисках Алии? Или просто ходящее лакомство? Раздавили их, сварили и съели. Ах ты, паскуда, я заставлю тебя пожалеть обо всем. И не Алии, а Оли. Мы ищем Олю, потому что Алия это масло с украинского. Я не могу это расслышать, поэтому мы ищем с вами Олю. Вообще очень прикольно то, что в игре придуман свой язык. Если вы не обратили внимания. Что это? Я вспомнил. Да, это арбалет гнилодревов. Этот автоматический арбалет обладает высокой скоростью стрельбы. Последнее слово техники клана гнилого дерева. Ничего, тут я еще просто припоминаю, потому что этот кусочек был в демке. Так, хорошо. А как им пользоваться? О, так. Это еще кусочек следующей локации. Супер. И стрелы, кстати говоря. У нас есть 7 штук. 14 штук. А, вот так это работает. Все, я понял. Нет. Это жестоко. Они хотят, чтобы я перебрался на ту сторону, кинув гарпун в своего человека. Да чтоб вы всрались. А, нет. Все нормально. Ну, кстати, хорошее место для того, чтобы спрятаться. Я тут ни при чем. Он это сделал сам.
тотем? У нас нету финальной атаки у арбалета. То есть, если я наношу 3 удара, то 4-й удар не наносит никакого сильного. К сожалению. Не думаю, что мы часто будем... Ах ты, зараза. Не думаю, что мы сильно часто будем этим пользоваться. Только, может быть, если надо будет кого-то достать откуда-то. Думаешь, удивил меня? Да ты только поставил под угрозу свое выживание и выживание своих товарищей, ублюдок! Так, он бегает от меня. Зараза. Вот, походу, его надо ловить на гарпун, да? Ну давай! Зараза! Он не уходит от меня, если я хотя бы раз нанесу ему удар. Так, его очень сложно споймать. При этом я не совсем понимаю, бесконечно ли они здесь. Что, закончился, да? Скотина. И чего ты этим добился? Тем, что я просто аннигилировал всю твою родню здесь? Кстати, у разработчика это не единственная игра вот в таком стиле. Есть еще одни, но они больше были похожи на эксперимент. Знаете, боевка там похожа, я посмотрел. Я не играл сам, но я посмотрел, как оно выглядит. Очень все похоже. Так, чай, погодите. Очень похоже, но сильно хуже, чем то, что есть сейчас здесь. Но можно было бы ради разнообразия посмотреть, с чего он начинал. Мне этот жест напоминает жест принца Персии, когда он водичку попивал, чтобы вылечиться. А ну... Не-а, это попа. Где-то с другой стороны нас должны съесть. Значит, где-то здесь есть секрет. Ха-ха-ха, вот он! А в чем с... А, я упал прямо на бутылочку, ясно. Я помню тебя. Я также помню, что он очень верткий. Но, кстати, хочу сказать, что, по-моему... Это кукла. Тот, кто с нами разговаривал, возможно, был настоящий. Что такое? Больно, да? Злишься?
Если я прав, и это просто его кукла, которую он с нами, которой он с нами играется, то мы с ним еще встретимся неоднократно. Когда он успел нас почти что убить? Я как-то забыл наблюдать за здоровьем. Один из ключей к темным вратам. Парадей, путь домой становится светлей. Да я не был бы так уверен. Нас никто так просто отсюда не выпустит. Если я прав, то это нужно его еще заставить показать свое истинное нутро. Черные ящики были злым творением клона гнилого дерева, созданными для заточения живых существ и реликвий. Открыть такое значило накликать на себя беду. Великолепно, открывай. Оля! Мы нашли тебя!